Форчина, 9 июня 2024 года. Это здание общежития. Общежитие офицеров и прапорщиков. Цветет жасмин рядом. Вот куст жасмина. Пасмурно. Пол 11 времени. Вот в эту сторону. Территория школы, начальной школы. Вот здесь за этими кустами, там, за деревьями можно было бы уже школу увидеть. Территория и школа, здание. И спортзал. Вон там проглядывается здание спортзала серого цвета. Вот. И потом направо на выход КПП-2. Это казарма, тыльная сторона. Опять же, жасмин. Вот он как тут цветет. Как раз время цветения этого растения. О, солнце вышло. Сюда ехал, замерз. Сегодня прохладно. Это ископано животными. Тут животные хорошо себя чувствуют здесь. Вон как хорошо, когда солнце. Да, переменная облачность. Пасмурно было. Вот все, солнце появилось. Когда ехал, не было солнца. Ну, в надежде, что она появится. Она появилась. Да, я бы сказал, курортные места. Территория Форчины входит в состав заповедника. Все эти объекты заповеднику, конечно, не нужны. Подойдем поближе к этому зданию. И туда к санчасти подойдем. Там дальше санчасть. Как я уже говорил, 9 июня сегодня. День образования группы советских войск в Германии. То есть дата знаменательная. Вон какие хорошие соцветия. Цветы. Да, конечно, уже подходит время, они отцветают, эти кустарники. Да, эту дату знаменательную многие отмечают, празднуют. Поздравляю участников групп, с кем мы сотрудничаем, подписчиков канала на ютубе с этой знаменательной датой. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мы в Форчине сегодня. Вот здесь вход в здание. Мы туда не стремимся, поскольку мы там были. Видео у нас есть. Здесь где-то вход. Да, вот. Вот. Для нас там входа нет. Но при желании зайти можно. Окна тут существуют. Вот в подвал мы заходили. А тут подвал. Ну, напротив, вот за спиной здание, вход в здание. Жасмин цветет. Посмотрим на время. Я сказал полдень, что на самом деле не уверен. Да, 10:26. Нисколько я не преувеличил. Я немножко ошибся. Да, мы тут на велосипеде. Вот здесь, в этих кустах, там курилка. Не добраться туда. Мелькают скамейки. Вон, например. Вот скамеечка стоит. Наверное, видно.
еще и бабочки летают. Солнце опять ушло. Я уже говорил, переменная облачность. И прохладно. Сейчас градусов, наверное, 18. Ну, тепла, конечно. Жасмин везде процветает, произрастает. Лепестки уже на грунте осыпаются. И вот санчасть, здание санчасти белого кирпича, силикатного. А с этого ракурса на общежитие. Здание. Санчасть. Тут даже пролом есть, можно пройти туда на двор. Ну нет туда необходимости. Там, наверное, вход есть. Да, мы как-то заходили туда. Вон он, два входа. Заходили мы по всем помещениям. Также видео у нас есть. Видео, фото. Фото много. Видео не так много, да, как фото. Мы видели, что солнце было. Вчерашним днем был хороший день. Вчерашним днем была хорошая погода, солнечная. Сегодня вот пасмурно. Вот мы уже подошли к санчасти. Проходим. Вот какая тут территория. Перед входом заросшая. И вот так прямо правее будет уже летний кинотеатр. А прежде будет караульный городок, вот за этим зданием. Это склад. Вот мы куда вышли. Липы цветят. Вот они. Цвете. Пчелки гудят где-то наверху. Опять жасмин вот он попался. И вот санчасть. И мы тут завершим видео. Дальше поедем. А поедем мы с вами к водокачке туда. Там, где объекты водоснабжения. Вон там почта, узел связи, много чего было. Да, до новых встреч. Нет, не будем мы прощаться, не прощаемся еще раз. С днем образования группы советских войск Германии. Поздравляю. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мы выворачиваемся к велосипеду и едем дальше. Форцина. 9 июня. Не отключается еще.